Добрый день, приятная минутка. Это Нью-Мекс, Институт Чили Нью-Мекс, США. День дураков. 1-апрельский день дураков, False Day. И вот это взрослое растение. Там здесь сантиметров оно 25, не больше. И я сейчас буду говорить о его детеныше. Вот, 20 дней назад я пасынок отломила, клонировала его с цветочком. Ну, думаю, оборвать цветочек, он же ж не выживет. Я вообще обычно еще при клонировании обрезаю наполовину каждый нижний листочек. Даже самый нижний обрываю. А тут что-то мне, ну, не захотелось портить вид. Думаю, ну, пусть постоит как просто красота, если даже не примется. Поставили мы его, просто водой залили. Агроперлит впитал его, эту водичечку. Я лишнюю сливала. И раз в неделю просто заливала водой и опять сливала. И вот появились корешочки. Я сейчас смотрю, он мало того, что цветочек не сбросил, он уже и перчик дал. Вообще был без корней. Удивительное рядом, удивительные силы растения, которое хочет жить. И уже второй дал цветочек. Вот такой благодарный сорт. У него острота-то невысокая, просто перечный аромат. То есть, как бы с гастрономической точки зрения, обычный перчик. Но я вижу уже там корешки. 20 дней, пожалуйста, вон они, корни. Корневая система развелась. Я его сегодня, наверное, буду в грунт сеять, пересаживать. Его жалко трогать. Красота!